полиция же тут есть? Да, она-то есть, но тут... Доброе утро. Вот так начинается утро строителя. Инструкция, да? Угу. Инструкция, что смотри, тебе... Смотри, надо D3... Смотри. Надо же, наверное, D3 еще собрать. И еще D3... Так, я готовлю завтрак из остатков вчерашней начинки для картофельных гнездышек. Это как салат, ветчина, жареный лук с грибами, сыр и майонез. Здесь у меня летает самолет. А здесь уже готовятся эти бутеры, которые, в общем, между двумя кусками хлеба я вот этот вот... Ага, все, да, отлично, готов первый. Так жарятся тут бутербродики, вот такие вот получаются. Один я прям что-то перерумянила даже. Сейчас еще немножко, сейчас еще немножечко. Да, так что даже папе пришлось помочь, да? Ну, здорово, скажи. Да сколько написано? 3+. Я осилил. Ты нормально подходишь? Да, для меня... А, это 33+. Да. Здравствуйте, молодой человек. Ты все правильно? Ты все в баночке закрываешь? Да. Давай, тебе помогать, сынуль? Да. Или ты все сам? Нет. Помочь, да? Мама, ну. Еще? А где же еще пластилин? Ты что, такую полную, что ли, банку? Или что она так трудно закрывается? У нас рождественский завтрак. Очень вкусное. Тетя Люда нам что-то дала. Как будто это сметанник или панакота такое. Как желе сметан. Да, это йогурт, Афоня говорит. Вкусно тебе, сынок? Сегодня мы в этот рождественский день собрались наконец-то в парк поехать. Вернее, не наконец-то собрались, а наконец-то поехать именно в этот парк, на новый стадион до Галицкого, в общем. Все, кто краснодарцы, все те поймут. Фото куча в Инстаграм, такая красота там, так что поедем и посмотрим. Брали тут, кстати, наши дети эту вместе с папой, тут даже какой-то зебра. Здоровская. У нас сегодня туманчик. Здесь уже и не видно его. Россия, священная наша держава. Какой здоровский, да? Россия, священная наша страна. Мы же в Краснодаре. Кажется, на могучая слава. А, ой, ну все время меняют. Это кто-то. Так, едем на парковку. Все, Афонька на машине. Гриш, подожди, пожалуйста, здесь там машины заезжают. Подождите. Сейчас выйдем на какую-то дорожку, да, наверное? Все, мы на парковку. Пошли, Гриш, переходим. Вперед! Папа, нас бы еще кто тянул. А Андохе даже ничего не досталось. Мы сейчас будут меняться. Все, теперь же надо до парка дойти, да? А поняли, я хочу спить. Едем, едем, едем. Там людей нету, да? Миша! Да нет, нет, мы тебя не будем ждать. Афонь, заходи. С горки. Выгля, какие тут деревца интересные. Пойдем на горку, пап. Давай, давай, давай. Здоровская, да, горка? Есть та веревка? Это с этих, знаешь, откуда веревка? У меня с Гришкиных штанов, короче.
А вот и сам стадион колесит. Аккуратно, Гриш. Тормози, о! А, она не тормозит на таком. Тормози! Ну чё, страшно? Если что, тогда лучше на травку падай, понял? А ну, пробуй, возле травки тут едь. Ага, не надо. Вот ты сейчас сам ага. Страшно? С горы катись. Иди сюда, чё ты? Да он нормально, папа, он в Донбайях с горы катился, лучше всех. Иди тоже на обратно. Обними его и беги! Сюда летайте! Будем спускаться, пап? Медитация. Так называется? Ну, не знаю, ну как, знаете. Посидеть. Поболтать. Поесть бананы? Поесть, да. Что? Сейчас? Да. Наверное, сынок. Он сам одевал, я не знаю. Ну, вроде как-то мы выезжали, вообще-то 3 или 5 там градусов, да, показывал. Фонари классные, да? Да. Такие минималистичные. Ни хрена себе ты слова знаешь, а? Это на вот такую площадку. Это красота, еще там какой-то лабиринт. Все, мы дошли наконец. Погуляйте. Пойдешь гулять? Не, ну. Не все. Пойдешь бегать? А там он кататься можно, глянь. А ну пошли посмотрим. А на самокатами. Ну и на самокате попробуй. Ты будешь здесь? Проедет он? Проедет. Ку-ку, папа. Афоня, ку-ку. Антош, отходи только, чтобы тебя никто не ударил. Пошли еще дальше, смотри, что тут. Ну, там он что-то прыгает, да? Сука. Вот какая-то интересная деревянная зона. Такими лавками. До самого Колизея дошли. Поехали за папой, сынок? А? За папой поехали? А вон туда сейчас до бычка поедем. Вот этот бычок. Краснодарский бык. Да, бычок вообще здоровский. Сфоткались с ним. Афонька! Афонь, только отъезжай. Так, сюда. Зай, куда, я сюда посмотреть? Что это за дядька такой в очках тут? Мимо! Моё! Привет! Где бы мы могли еще встретиться? Здорово, это Афонь! Здорово!
Как дела? Да ты что? Ты в люди вышел? Офигеть. Ты куда ходил? Ездил? Я показал на эти штуки катаю. Да? А Валя, ты не обижайся, но вот там на твои штуки катался. Это что? А как же усадьба, фамилия? Да тебя там нету. Мы решили, зачем? Что мы хотим на Красную, а потом заехали обратно. В город и решили, что зачем? Мы хотим сюда. Вообще пипец, как вы тут рядом оказались. А там на стоянке. А, на их парковке? Да, да. Сейчас, а ну давайте все заселфимся. Ни хрена себе у тебя палка. Вера уже селфи. А, она просто ее на метр покупала. На метр? Она не покупала. Апонька, привет. Давайте все сфоткаемся. Апонь, выходи. Выходи с машины, иди до мамы. Иди до мамы, это не значит едь до мамы. Когда? Иди, сейчас иди, фотографируйся иди, и поедешь. А его там будет не видно, его надо поднимать. Да? Иди ко мне. Опа, давайте быстренько. Оп. Сержень, подходи только чуть поближе. До Веры. Нет, Вера вот сюда. А до Веры он прям. Вот. Тонкий. Шведская семья. Ага. Ты напиши. Там знаешь как... Риша, давайте рядышком. Не, я знаю. Риша, не надо. Нет, Богдан. Просто сиди ножками, а и рули, и все. Я тебе... Ой, тут какая красота сверху. А он все равно рулит. А, он ногами что? Это большая песочница, да? Да. Здесь песок такой, знаешь, не настоящий песок. Да? Искусственный? Ну, он вот этот вот, который... Ну, крепко. Сейчас пойдем. А Гриша вон полез. А! Часа сейчас понаблюдает. Пока. Афоня, иди сюда ко мне. Афоня! Ришка уже съехал с этой горки. Ой. Че сидим, кого ждем? Я? Да. А вы будете падать? Включи барабан, как в поле чудес. Да? Покрутите нас! Пожалуйста! Риш, крути! Что там сильно много народу? А, ты не хочешь? Будешь? Буду. Пошли, не буду. А где ты, Богдан? Пойдем на маленькую площадку. Ну куда? Ты будешь съезжать? Ну не я надо. Ты что, вообще что? А? Блин, Богдан. Валя сейчас жжет. Что ты там?
Богдан, поехали. Будете мимо проезжать нашего дома, заезжай. Помашите ручкой, здравствуйте, Вера. Вот как раз из-за того этого, да? Да, ее просто увеличить и все. И под наклоном надо сделать. Вон, да, что-то такое, ксилофоны там бить. И будет музыка ветра. Мы же на выход идем. Топаем. Угу. Наслаждаемся красотой. Пап, тебе тут нравится? Расскажи свои впечатления. Я это все в финансы прикидываю. Сколько это стоит? У меня даже суммы не вкладываются. Это то, что я представляю, да. В голове не вкладывается это все. Ну, красота неописуема. А что тут весной вообще, да? Летом, конечно, жарко, но весной, наверное, тут вообще здорово, да? Ксилофончики. Дарина! Заяц, пока ты там гулял, мы все съели. А мы что должны? Да. Все, поехали, сынок? Да. Все, мы пришли на стоянку. Ой, подожди, я сейчас машину положу сначала. Давайте, Афанасий первый залазит. Ты его тоже сильно любишь? Нет. Нет? А, теперь со мной его слаживать можно. Приехали теперь в кафе в Тайгарху на обед или на ужин, даже я даже не знаю. Я роллы, а ты с пиццей. Ну пойди выбери сам, там столько всего написано, там читать надо как в библиотеке. Так, все, мы роллы, гамбургер, но папе был уже не такой гамбургер. Картошка фри с соусом. И будем роллы с лососем. Так, мы возвращаемся домой, еще даже светло. Ура! В 5 вечера. Едем домой. Новый год. Еще один прием пищи, мы только ели. Пиццу. С Рождеством, да, Сереж? Да, это вообще класс. Серега, пюре. Дети тут играют. Афоня это собачка, да? Да. Маргарита это мама. Афоня это коллектив. А Зоя ты кто? Постой, дай. Ой, не собачка. Не, смотри, какие у него волосы. Это как ее зовут? Ее Лов, а я ее называла Серебринка. Угу. А их еще, у тебя же еще есть Лов? Ага, только потерялись. А, уже потерялись? На вечере еще. Так только вчера была вечеря, Маргарита. Да. А они уже потерялись. Нет, только эти остались. Зай потерялась. Так, собака. Не знаю, ходить на работу. Ты же папа. Собака! Иди пособирать. Что вы тут смотрите? Маргоча бы не играла сама. Да? Во что это? Футбол? Мы же домой едем, и тут у нас такое туманище, вообще ничего не видно. Именно на хуторе, да? Хорошо, домой приехали, тут посуда помыта, постирана. Сейчас осталось только все разобрать, и будет мне счастье. Пока тут мужчины мои топят, я пошла быстренько смонтирую видео, чтобы уже можно было опять отдыхать. Все, мы идем отдыхать. Дети тут опять продолжали разбирать игрушки. У меня, блин, конечно, на голове. О, сегодня я наконец-то разыграла рюкзачок. Я очень рада. В Самару он поедет. Вот, так что ждем адрес. Ну, я надеюсь, что уже к этому времени, пока выйдет этот влог, он отправится. Я так надеюсь, что до 9 нужно его отправить уже. Вот. Так что всем спокойной ночи, всем до завтра, ура! Завтра уже какое, 8-е? Все же не завтра рабочий день, детям еще пока не надо никуда. 9-го работает садик, а с 10-го школа, ну и 10-го мы как раз уезжаем, поэтому Гришка вообще в школу не пойдет. Так, вот такой вот еще набор для выжигания. Там такая дощечка с мечом из «Последнего богатыря». Так, еще детей продолжаются такие 3D-шные поделки. Вот это из такого плотного картона машинка. Я, если честно, сначала думала, что это Лего, но нет, это все-таки вот такая машинка, которой
колеса пластиковые. Здесь еще вот такой вот... Он там как бы, чтобы она была инерционная. Это ты мне говоришь? И тебе тоже. Муж уже зовет меня, так что мы пошли спать.